Здравствуйте! Добро пожаловать на YouTube-канал «Универсальные системы учета». Сегодня мы расскажем о современной программе для складского учета. У вас будет возможность применять сканер штрих-кодов и другое торгово-складское оборудование. Но также можно будет обойтись и без оборудования. Допускается работа с любой продукцией, будь то одежда и обувь. Продукты питания. Хозяйственные товары. Медикаменты. И так далее. Тысячи организаций по всему миру используют нашу программу, так как она продуманная и удобная. Не только простые люди, но и эксперты, интеллектуальная элита рекомендуют нас. Дорогие друзья! Добрый день! Приветствую вас! Универсальная система учета. Программа УСУ доступна каждому. В первую очередь потому, что она переведена на 96 языков. При запуске вы легко найдете в списке свой родной язык. У нас многопользовательское программное обеспечение, поэтому в нем смогут работать одновременно все ваши сотрудники. У каждого из них будет свой логин для входа в систему. Также есть возможность сделать разграничение по правам доступа, чтобы каждый работник видел только нужную ему информацию. Сейчас мы войдем под главной ролью, чтобы увидеть весь доступный функционал. Корпоративный стиль есть у каждой организации, и программа УСУ этому полностью соответствует. Выберите подходящее оформление из большого количества красивейших дизайнов. Меняйте графические темы хоть каждый день, подбирая их под время года или свое настроение. В списке представлены шаблоны от классических строгих до цветных и ярких. Для любителей светлого фона и для тех, кто использует темный фон, чтобы уменьшить нагрузку на зрение. Это все лишь некоторые из технических преимуществ универсальной системы учета. Но главный плюс все-таки финансовый. Он заключается в отсутствии ежемесячных платежей. Вы заплатите небольшую сумму за программу и только один раз. Наше программное обеспечение поддерживает работу в различных режимах. Его можно установить на одиночный компьютер, на сервер в локальной сети или даже в облако. Облачный сервер используется для объединения всех филиалов в единую информационную систему или для возможности работать не только в офисе, но и из дома. Такой сервер улучшит взаимодействие между отделами, повысит производительность труда и обеспечит централизованный контроль. Итак, теперь давайте подробно посмотрим возможности программного обеспечения. У программы УСУ дружественный интерфейс, все просто и наглядно. Как только вы в нее вошли, сразу же можно открыть нужное окно. Для этого используются кнопки в центре программы. Чем важнее открываемое окно, тем больше кнопка. Хотим обратить ваше внимание на встроенную интерактивную инструкцию в правой части окна. Инструкция подробная. Это означает, что наш качественный программный продукт хорошо документирован. Это поможет вам максимально быстро научиться им пользоваться. А то, что инструкция именно интерактивная, дает огромное преимущество при ее использовании. По нажатию на специальные зеленые ссылки, система сама покажет вам тот элемент программы, о котором говорится в мануале. Например, вот меню пользователя.
Примечателен тот факт, что интерактивность работает в обе стороны. Можно не только из инструкции сразу же найти нужный элемент, но и наоборот. Наведите мышку на пока еще неизвестную вам кнопку, и программа сразу же предложит прочитать о ней короткую статью. Все статьи лаконичные и наглядные. После каждого небольшого абзаца с текстом обязательно располагаются картинки. Помимо стандартных тем, есть подробное описание профессиональных методов работы с информацией. Все эти бесценные знания легко сделают из любого человека опытного пользователя. А кроме наличия инструкции, есть еще обучение, которое проведут для вас наши специалисты при приобретении программы. Теперь давайте вернемся к главному окну. Здесь располагаются все необходимые кнопки для ведения складского учета. Но так как программа УСУ профессиональная, она содержит и много других интересных функций. Полный их перечень представлен слева. У каждого пользователя есть отличная возможность самостоятельно настроить свой набор кнопок быстрого запуска. Для этого достаточно мышкой перетащить те пункты, которыми вы планируете пользоваться чаще всего. Ведение складского учета чаще всего требуется именно торговым организациям, поэтому будет использоваться действие «Провести продажу». Давайте сначала его рассмотрим, тем более, что наша программа универсальная и поддерживает самые разные режимы работы. Наиболее распространенный режим – это реализация продукции при помощи сканера штрих-кодов. Он подходит для тех организаций, у которых большой ассортимент товара. Есть возможность придумать свои собственные короткие коды для товаров и использовать их для быстрой продажи. Это особенно актуально для предприятий общественного питания при реализации самостоятельно производимой продукции. Еще можно работать безо всяких кодов. Продавайте товар, щелкая на карточке с нужным названием. Данный режим удобен для тех организаций, у которых небольшой ассортимент товаров. Любую продукцию можно легко найти, открыв нужную группу товаров. Например, если вы продаете одежду, разделите ее на категории «мужская одежда», «женская» и «детская». А категории, в свою очередь, разделите на подкатегории. Тогда у вас будет удобная классификация товара, и вы сможете быстро проводить реализацию. Далее давайте посмотрим режим работы для менеджеров по продажам. В отличие от кассиров, им не обязательно работать в окне проведения продаж. Они могут использовать табличный режим. Для этого войдем в продажи. Сверху будет список реализаций, а снизу перечисляются товары, которые были проданы в рамках выбранной продажи. После проведения продажи обычно распечатывается чек. Его можно и не печатать, если на это нет необходимости. При работе в режиме менеджеров по продажам еще появляется возможность формировать счет на оплату, акт выполненных работ и другие бухгалтерские документы. Как работать с клиентами и реализовывать товар, разобрались, но это мы использовали уже имеющуюся в программе продукцию. А теперь давайте посмотрим, как в универсальной системе учета можно быстро и удобно добавить новый товар и оприходовать его. Для этого на панели быстрого запуска выберем действие «Поступление товара». Далее указываем вид накладной. Можно зарегистрировать поступление товара, перемещение между подразделениями или списание.
давайте оформим приход товара. Для создания накладной сперва необходимо выбрать склад или магазин, в который поступает товар. Далее требуется указать поставщика. Программа умеет одинаково хорошо работать как с закупками товаров внутри страны, так и с иностранными поставщиками, когда добавляется еще работа с валютой. Для начала выберем местного поставщика товаров. Как только сохранили накладную, появилась возможность перечислить товар, который мы получили согласно данной накладной. Нажмем кнопку «Добавить». Если мы уже закупали определенный товар ранее, его можно быстро найти по штрих-коду или наименованию. Либо есть возможность сразу же добавить новую номенклатуру, если приходуется принципиально новый товар. Когда товар для включения в состав накладной выбран, указываем цену покупки. Далее проверяем цену продажи этого товара, которую при необходимости можно сразу же изменить в любом прайс-листе. Продажную цену можно ввести вручную или получить автоматически, указав процент наценки. Расположенный рядом датчик сразу визуализирует полученное значение наценки. На графике справа видно, как с течением времени менялась закупочная и продажная цена на данный товар. Другой график показывает изменения объемов продаж. Их тоже необходимо контролировать, чтобы понимать, не отбивает ли слишком высокая цена у покупателей желание приобретать данную продукцию. Когда закончили с ценами, указываем количество поступившего товара. Рядом на диаграмме сразу видим, сколько данной продукции имеется в наличии на всех складах и магазинах предприятия. Второй датчик с учетом меняющегося спроса показывает, на сколько дней бесперебойной работы хватит этого товара. Если остатков хватит на месяц и более, стрелка попадает в зеленую область датчика. Если на неделю и более, то область под стрелкой будет уже желтой. Если меньше недели – красной. То есть, чем более критически мал период бесперебойной работы, тем более тревожный цвет датчика. Таким образом, наша интеллектуальная система сразу информирует вас о возможной упущенной прибыли. Когда мы внесем весь товар в состав накладной, она будет выглядеть вот так. Вид накладной можно легко менять при помощи мышки. Например, на более крупный, если у вас используются большие изображения. Либо можно сделать более компактное представление данных, если картинки небольшие или вовсе отсутствуют. Для любителей классики есть и табличное представление накладных. Еще покажем вам сейчас, как меняется интерфейс работы с накладной при оприходовании товара, купленного в другой стране. Если вы оплачиваете продукцию иностранной валютой, то большое значение для вас играет постоянно меняющийся курс валюты. Его вы сможете проставить сразу при вводе закупочной цены. А справа появляется новый график изменения курса с течением времени. Данные на этом графике вы сможете сопоставлять с графиком изменения цен и графиком отображения объемов продаж. Вся эта аналитика помогает принимать правильные решения, чтобы ваш бизнес всегда был в плюсе. Итак, мы научились приходовать товар. Это необходимо делать при каждом новом поступлении. А пока вы только начинаете работать с нашей программой, обычно требуется внести большое количество имеющейся на складах продукции. Для такого случая наша профессиональная программа поддерживает возможность импорта данных. Если ранее вы вели учет, например, в табличном процессоре Microsoft Excel, вы можете быстро импортировать названия товаров из файла. Наша система поддерживает импорт из самых разных форматов, но чаще всего применяется именно Excel. Также система USU умеет взаимодействовать с другими программами и в обратном направлении, когда требуется экспортировать информацию. Это делается еще проще.
Одно нажатие, и целая таблица уже во внешнем файле. Конечно же, такое действие будет доступно лишь тем пользователям, у которых будут соответствующие права доступа. Программой USU поддерживается много других полезных функций. Давайте расскажем еще об одной. Это доставка товара и работа с географической картой. Вы будете иметь возможность своими силами осуществлять доставку продаваемой продукции. Но работать с доставкой можно будет как в стандартном варианте, с указанием одного лишь адреса, так и в расширенном варианте, прямо на карте отмечая нужное место. В случае применения расширенного варианта, система будет показывать оператору разными цветами, что какой-то клиент уже получил свой товар, а другой все еще ждет курьер. Если доставка сильно задерживается, то красная точка будет мигать, сигнализируя вам о необходимости срочно исправлять ситуацию. Кроме просмотра заказов на карте, можно смотреть расположение клиентов и анализировать их удаленность от определенного филиала. Это даст вам понимание того, насколько вы популярны в разных частях города и не требуется ли открыть новый филиал, чтобы увеличить продажи в других районах. Если же вы и так хорошо развили свой бизнес в одном городе, тогда можете начинать охватывать другие города и даже страны. В этом случае программа USU тоже вам поможет. В любой момент есть возможность формировать географические отчеты как по городам, так и по странам. Причем анализировать можно как финансовые показатели в виде суммы заработанных денег, так и количественные показатели в виде численности действующих клиентов. Наши возможности настолько велики, что мы работаем от малого бизнеса до крупного. Полный перечень доступных для заказа дополнений к программе вы можете посмотреть на нашем официальном сайте. А теперь давайте вернемся к программе. Мы уже увидели основные принципы работы. Убедились, что все легко и удобно. Это значит, что работа в универсальной системе учета непременно обеспечит вам полный порядок в делах. Но профессиональная программа такого уровня должна делать больше. И она должна любому бизнесу предоставлять возможность расти и развиваться. А для этого используются аналитические отчеты. Именно отчеты покажут слабые места фирмы, откроют глаза на определенных сотрудников или клиентов, представят сравнительные характеристики и отобразят динамику изменения показателей за конкретный период времени. Наиболее часто используемые отчеты доступны сразу в виде кнопок быстрого запуска. Для анализа товаров это проданный товар, и актуальные остатки. В меню пользователя есть целый раздел, посвященный аналитике. С его помощью можно проводить более тщательный анализ как своей продукции, так и финансовых средств. Отчетов так много, что в одну короткую видеопрезентацию их все не уместить, но каждый из них является полноценным инструментом для развития бизнеса, поэтому, безусловно, заслуживает вашего внимания. Вы можете самостоятельно освоить все функции программы, скачав демо-версию или приобретя лицензионную копию. Для руководителей, которые предпочитают все держать под контролем, встроен детальный аудит. Вы всегда сможете определить, кто из пользователей, когда и что именно делал в программе. Аудит работает в двух режимах.
можно за любой день посмотреть действия каждого сотрудника. А также есть возможность увидеть историю изменений определенной записи. Например, когда клиенты внесли с одними данными, а потом что-то дописывали или удаляли. Все эти процессы будут вами контролироваться. Наиболее интересные функции мы вам показали. В нашей программе каждый найдет то, что его заинтересует. Если какие-то вопросы еще остались, вы можете посетить на нашем сайте страницу программы. Скачать демо-версию, чтобы поработать в ней самостоятельно. Воспользоваться подробнейшей инструкцией. Связаться с технической поддержкой для получения консультаций. У нас есть номера телефонов в разных городах и странах, а также можно писать в различные мессенджеры или в чат прямо на сайте. Более того, вы сами можете стать нашими представителями. Посмотрите информацию о нашей франшизе на сайте franchiseforeveryone.com. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых современных разработок. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.